пожалуйста, ваш. Ваш, налево, пожалуйста, проходите на пятый этаж, поднимайтесь сюда. Приятного Дочка, отдыха, да. У меня бы ключик от 48-го. Простите. Я говорю, ключик от 48-го. Вы хотите поселиться? Вы бронировали номер? Да я поселиться? Я тут уже 2 дня живу. И у вас есть карточка гостя? Да нет, что должна быть? Конечно. Дочь, мне бы ключики от 48-го, ну, дуже в туалет треба. Вы еще здесь? Ну, где ж мне быть? Я ж тут живу. Это какое-то недоразумение. Вы что-то перепутали. Может, вы забыли, какая у вас гостиница? Я не могу выдать вам ключ. Та нічого я не перепутав. Я вчора виходив, тут на столі сиділа друга дівчина, ну така блондинка. Ну... Нет тут ніяких блондинок, ми дежуримо сутками, поэтому не було і нет здесь тут. Як не може бути? Ну вот же ж ваші часи, от на 5 минут вони отстають. Там у вас диван, в дивані дырка от сигарети, вайом 48 номерів. Алло, Лёш! Положено. Слушай, подойди, иди, пожалуйста, а? Ну, какой-то дети разрушевался, ты... да. Дочка, мне... Пашу захвати. Ключи только дай, я тебе там все покажу. У меня пожалуйста. Там ванной. Одно полотенце розовое, другое белое. Там, в конце концов, мои тапочки. Успокойтесь, там, пожалуйста. Там, сейчас будет... Мужчина! Мужчина, что вы все равно там? Берутся, мужчина! Подожди, почекай. Да ты, что ж вы робите, как хлопцы? Аккуратней. Стоять. Ну, вони перші почали. Хлопче. Значить, всі будуть сидіти? Та знаю, як вони все сидіти будуть. Хлопче, ну, я ж казав, вони перші почали. Ну, зачем, що звірюка, яка мені у клітку сажає? Вон, глянь, тут пилюка, грізюка у вас. Ну, хоч... Здорово. Ну, здорово. Я вчора ключі там просто не забув знати. Ніхто не сказав? Я іскав. На, розпиши здесь. Контрабанда? Ой, какая у п'яниць контрабанда. Пиво, водка. А, нормально. А что это Боров учудил? Да этого хохла по хулиганке взяли. Дебош в гостинице устроил. Да какие дебош? Какие дебош? Мы на первое начало. Я же вам сказал. Что, какую я... Какую там... Слушай, помолчи, а. Да что помолчи? Ну что помолчи? Я тебя прошу, пожалуйста, помолчи. Хлопчик, ну что? Ну закройся, я тебя прошу, ну что ты... Ну что ты трындычишь, что уже с утра у тебя голова распухла? А у меня голова не распухла. Откуда ты? Так хоть доколы. Я с Зеленоградки, с Пещеркас. Дай его откуда? Вообще, я же сказал, я в гостинице. Дардашев Виктор Владимирович, Звенигородка. Да, звени. Так, кто им занимается? Черенков сегодня дежурный. Хлопчик. Давай контрабанду, я Глухареву скажу, чтобы он побыстрее с ним разобрался. Какую контрабанду? Вещдоки, давай. Да не контрабанда, я скажу, это друга я никогда не забуду. Ну, это ж... Ты можешь помолчать, а? Ну, ты можешь помолчать, а это утро на дворе, ты тут разорался, я разорался, то есть... Тоже голова тебя пухнет, заткнись! А у тебя голова болит, а у меня голова не болит. Не делай мне нервы с утра пораньше, а ну! Ну, миленько, ну что... Ну, что ж такое-то? Да заткнись ты, здорово ты, ё-моё! Чего так шумно? Да ну его, ей-богу, заткнись уже, а! Ну, что, ну, помолчите? Это ж тебе оказал, мой хлопчик! А что с вами бухаете, меня не зовете?